внуки, все как было прежде. Но только вертолеты каждый день пролетают прямо над нашим домом, над нашим огородом. У нас овчарка, она мечется, не находит места себе. Собаки боятся громких звуков, особенно когда там ПВО срабатывает, а поэтому вот у нее больше всех беспокойства. А мы, ну что, ох, ах, а что можем изменить? Это была провокация, я так считаю. Провокация. Другого варианта никакого. Точно стопроцентная провокация. Потому что странно, что обычно они там группки небольшие просачиваются. Это прям такая достаточно большая группа. Ну, ничего, их отбили, отправили. Кого на тот свет, кого... Кто справился, кто сумел убежать, те убежали. Ну, может быть, расскажут, что не надо этого делать. Ну, вы знаете, новости действительно тревожные. Мы переживаем, все это действительно происходит. Это каждый день, идут обстрелы, мы это слышим. Но, как ни страшно это сказать, мы привыкли к этому. Вот. Мы к этому привыкли и стараемся жить сегодняшним днем, развиваться, строить какие-то планы, какие-то праздники. Нет. Нет, мне не хочется. Мне здесь так, ну, комфортно, то есть нормально. А чего переезжать? Ну куда переехать? Я же в России живу. Я же не в городе живу в каком-то. Я живу в России, для меня это одна страна. Ну что, тут буду жить, там еще где-то. Здесь, ну здесь я, в случае чего, даже я здесь, я могу что-то предпринять, какие-то меры по защите, понимаете.